Так, иго, всем привет, с вами Нот, с вами Pathfinder, где у нас начинается гонка на время. Мы идем сюда, узнаем, где у них там их матери дом. И двигаемся дальше. Почему-то я не удивлен, что на меня напали. Так, они вообще офигели. Работаем. Защищаем. Нормально. Так, отдыхаем. Какого черта они еще нападают тут, не понимаю. Че, волки неадекватные нас только? Видит кучу вооруженных до зубов. Я же испугался, думал, что за звук. Нормально. А сейчас зачем охотиться? У меня рядом труп валяется. Есть еда. Так, ну пошли отсюда. Сейчас зайдем гоблином, рапинами. Надеюсь, мне тук-тука не надо особо брать, а то это будет полный привет. Потому что время идет на убыль, а мне нужно спешить. Так, что у нас тут? Что это такое? Я работаю над этим. Классно. Блин, такой дождь был и так быстро кончился. Итак, мы в деревне. Ох, ёж, что за мной, какая большая локация. Ладно. Странно, я думал, я отдыхал. По идее, воскрешение снимет проблему. Ну кто, ваша милая, скорее, помогите защитить лагерь. Изи, от кого? А. Ого! Очень такие дерзкие. Это ж гоблины обычные. О, это ты. Кастинг коротко кивает, его доспех покрыт порезами и царапинами. На перчатках видны капли крови. Но сам Кастинг невредим. Вы вовремя, барон, мы уже почти отчаялись. Так что ваше прибытие как нельзя кстати. Дальше по тропе за частоколом здоровенный гоблинский лагерь. Мы наткнулись на него, когда шли вверх по реке. Ума не приложу. Когда эти поганцы успели его построить? Еще недавно здесь и следа гоблинского не было. Подступы хорошо охраняются, из двух разведчиков вернулся только один. Говорят, что на вершине холма у них что-то вроде ставки. С тотемом Ламашту и фортом. А в самом лагере полно пленных людей в клетках. Несколько пленных мы смогли отбить, некоторые сбежали и пришли сами. Рассказывая, что местный шаман проводит с пленниками странные ритуалы, мы закрепили
Мы закрепились тут, чтобы подготовиться к атаке, но гоблины словно с цепи сорвались. Не дают нам ни минуты покоя. Мы не можем защитить спасшихся и штурмовать лагерь одновременно. Кастен поворачивается к вам, его глаза сверкают мрачной решимостью. Только вы можете спасти тех, кого гоблины держат в клетках. Ну да, как обычно. Короче, пришел лид в команду, да? Я пойду немедленно. Нужно освободить выживших, пока гоблины не пустили их на обед. Ладно, подождите. Мы выяснили, что магические семена распространяются с речной водой. Если шаман нарочно заражает пленников, то из любого из них можешь выпустить. Не-не-не-не-не-не-не. Ладно, спасем их. Добрый час, ваша милость. Присылайте освобожденных людей сюда. Мы позаботимся о них. Мне пора. Так что... 28 дней. Черт. Плохо дело. Сейчас мы разберемся. Мы всех их повалим. Это же обычные гоблины. Сколько у меня до уровня? Десяточку еще далеко. Нет времени разбираться. Вали этих гадов. Где этот костетряс у меня был? Ай-яй-яй. Погоришь и кончишься. Стой. Ладно. Магритиум Туринус. Магритиум Туринус. Давай, лечи. Так, хорошо. Что, блин, реально дикие какие-то. Give the order. Let us strike as one. Who will prevail? Does it matter? Так, хорошо, прыгаем туда. Ах, черт. Нормально. А, добивай. Фига себе их тут. Прям целую армию положили.
Так. Стоять. Оп. Так, странно, разве река не снизу должна быть? Но пока это ткань интересно. Так, у меня есть кольцо и ткань. Давайте последнее. От нового к старому. Нет. Время. Кольцо, как обычно, бесполезно. Что за туника? Электрическая аура. Знаете, что это дает? Морозная, холодная аура. Электрическая аура. Пусть будет электрическая, не знаю, что лучше. Свободен. Мы их убивать не будем. О! Извини, друг, ошибся. Что произошло? Вы пробираетесь по лагерю Гольна к грязному, на скорую руку возведенному поселению. Полному мусора и благоухающего всеми видами отходов. Впереди уже начинается серебристая поверхность воды, как тут вы замечаете целую процессию. Отряд вооруженных гоблинов выдвигается к воде тычками и окриками, гоня перед собой несколько испуганных крестьян. Так, так и не заметив вас, гоблины проводят своих пленников к берегу, на самом кромке воды. Один из конвоиров сбивает с ног ближайшего человека. Дряхлого старика, который со стоном падает на колени. Гоблин бросает перед мужиком грязный погнутый черпак и с окриком тыкает пальцем в сторону воды. Хлебай, быстро! Старик, трясущийся руками, поднимает черпак, после чего замирает, дрожа от ужаса. Щит упал, показалось. Пардон. Но чего же мы ждем? Мы должны спасти их. Не спешить вмешаться. Как бы нам ни было жалко людей, мы должны понять, что происходит, иначе нам не спасти множество... Да, и так понятно, вода! Конечно, мешаться. Услышав топот за своей спиной, и заметив вас, гоблин начинает яростно верещать и сбиваются в кучку. Кто-то от неожиданности роняет копье, кто-то отдавливает соседнюю ногу, внося еще больше смутьянства в собственные ряды. Старик вздрагивает от шума и роняет черпак в воду, а затем... А воспользовавшись замешательством гоблинов, торопливо поднимается над ноги и бросается прочь. За ним, под негодующий вопль незадачливых конвоиров, следует и остальный пленник. Ха! Так, где мне тут зельки? В смысле? Я делаю все, что могу. А чё гоблины стали дерзкие? Мне хоть сколько опыта за них дается? 67. Ну, в рамках всего проекта это копейки же. Что здесь? Так я понял сразу, что это из воды идет. Гоблинских копий. Ух ты. Тут какой-то предмет неизвестный. Что за... Чей-то. Если начальство кольцо обладает способностью проводить энергию, оно позволяет ему делать 2 дополнительных раза в день. Не значит, значит. Хватай болванов. Так,
Прыгай. Ого! Куда повылазили? Плохо дело. А сейчас стынешь, не ной. Так. Ага. Ага. Они прям еще из воздуха вылазят. Я это четко видел. Нам, скорее всего, здесь не дадут отдыхать. Surprises. В смысле, мне ничего не дали за ловушку, вы издеваетесь? Так, ну-ка, давай-ка мы нашим дадим скорость. Я думал, он не зацепит. А ты кто такой? Так, ты, да, ты, выпусти меня. Да, живее же, пока эти зеленые гады не пришли. По пути сюда я уже раскидывал пару десятков гоин, так что еще несколько меня не потревожит. Кто ты? Дородный мужчина, дородный мужчина в взорванной куртке, леснящимися от времени штанами, нетерпеливо снимает прутья решетки. Тигни Джусмир, вольный купец, а теперь, когда приличия соблюдены, не извольте вы меня спасти. Перестань кричать, конечно же, я тебя освобожу, только не дергайся и дай мне сломать замок. Наконец-то, если я выживу на моей... Если выживу, ноги мои больше в этих землях не будет. Это ж гад. Боже мой, купец, а? Камень. Тебе надо было через него, да, бежать? Вообще обидно, что мои дебилы взяли и в него попались. Так, мне надо на холм, наверное. О, две аптечки, это хорошо. Пьяный гоблин. А что это мне меньше наливай? Лей еще и больше. You see that? Короче, здесь все эти бухают.
Возможно, это те же мои знакомые. Интересно, тут все миссии? Ну, в смысле, все главы будут гонка за скоростью? Неужели ни одной не будет, я смогу спокойно попутешествовать? Не спеша развиваться, строиться. What's that? Что там у вас? А, Эрастил, сохрани! Вы нас напугали. Кто вы? Что вы пришли? Что вы сделаете? Прячемся, надо... Нам удалось сбежать от шамана сразу после ритуала. Этот мелкий уродец нас чуть не утопил. Сначала прыгал вокруг, размахивал своей клюкой, а потом схватил горшок с водой и давай нас заливать. Я думал, что тут наконец-то нам и настанет. А потом, так странно, гоблины нас от солба отвязали, в сторону отвели и словно забыли. Другими пленниками занялись, но мы и того. Теперь вот думаем, как бы спуститься по склону. Вы не сбежали, вас отпустили после того, как вы заразили магическими семенами. Что? О, то есть, в этой воде? Не-не-не-не, не может быть. Прекрати нас пугать, мы просто должны... Бегите проще. Рядом с гоблинским сигналом есть ставка полченца спросить, а когда мы освободим всех пленных, мы найдем способ вас исцелить. Ну, если. Ну, почему найдем? Мы уже знаем. Просто вскрыть желудок, вытащить семя, все. Делов-то. Пунь. А черт, сейчас больно будет. Лечи его давай. Так, здесь лечить нечем. Так, главное мы их дорогой меч, слушайте. По-моему, иконки сменились, я не знаю, чем это связано. Либо они не прогрузились, я не знаю, либо какая-то фигня. О, короткий меч. Так, ну мне нужен тычковый, да? Мне не нужен короткий меч. Хотя 2 на 7 здоровский, острый. Протыкуй. Ну да. Гоблинские ножи. Так, мне надо было вылечить шамана и надеяться, что я с ним справлюсь. Стоп, что происходит? Вы приближаетесь к массивному тотему Ламашту, окруженному гоблинами. Несмотря на весь шум, который вы подняли по пути сюда, никто из них не обращает на вас внимания. Прямо сейчас они заняты тем, что привязывают к тотему несколько кричащих и плачущих людей. Еще несколько гоблинских топчется поблизости. Они притоптывают в такт одним только им известной мелодии и издают пронзительные вопли. Из-за спин соплеменников появляется шаман, уже знакомый вам гоблин, увешанный амулетами и покрытый татуировками.
На этот раз его физиономия разрисована краской, красной глиной и сажей, а в ней болтаются бусы из острых клыков. Шаман держит в высоко поднятой руке грубо разрисованную чашу и выводит неприятную заунырную песню, больше похожую на вой. Остальные гоблины подхватывают мотив и расступаются, пропуская шамана к тотему. Ну чё ж, ждём, надо нападать. Конечно, нападать. При звуках атаки гоблины, окружающие тотем, вскакивают на ноги, хватаются за оружие. Шаман, заметив вас, издает яростный вопль, швыряет в вашу сторону чашу с водой. Прежде чем вы успеваете чем-либо предпринять, шаман исчезает в толпе сородичей, а те бросаются на вас. Так. Ой! Играй. Щит от стихий. Блин. У меня пропал, да, деревянная кожа? Ну нет, есть. Стой. Бум! Хорошо. Включай петь. Сейчас мы вас спасем, держитесь. Сейчас мы их найдем. Мы всех найдем. Огненный шар, кстати, крутая вещь оказалась. Типа гоблинов, да? Какой-то посох еще. Что за посох? Возбросано нейтрализует жезл с мрачное облако. О, что-то прикольное. Так. Пленники по-прежнему прикованы к столбу, они смотрят на вас рассеянными глазами, словно не до конца понимаешь происходящее. Так, ступайте, от вас позаботиться. Так. Куда-то фигня убежала. Но все равно не мог далеко убежать. Что-то прикольно. Плюс 4 защиты. Это прям вот эти нужно. Вот ей прям. А, нет. У нее как раз для лука самое сделано. Так, ладно. Мы же найдем все равно этого гада. Паучок. Так, плохо дело. Ну-ка, нет, давай это пока сделаем. Черт, поднимай его. Почему ты его не смог оживить?
Воу-воу-воу-воу-воу. Так, слепоту. Где гоблинский шаман? Я не вижу его. Так. Совсем коньки двинул, да? Что-то жестоко, нет. Надо бы отдохнуть. Не пробиваем. Так, ребята, если мы здесь сделаем привал... Гоблины. А то мне придется выходить отсюда. Дайте отдохнуть, а, ребята, серьезно. Не дадут. Можно попробовать идти к лагерю. Ну, побежали туда, что делать, раз они не отпускают. Попробуем отдохнуть. Там не получится, а пойдем выйдем. Долго бежать-то, слушай. Сильный соперник попался. И мы, главное, ничего особо сделать-то не можем. Мы пробуем отдохнуть здесь. Единственное, надеюсь, нас не нападут, как бы лагерь. Иначе придется выйти и отдохнуть, и это будет самое обидное. Да ладно! Эй, охрана, алло! Он смелый был. Ладно, сейчас вернемся. Мне прям выпихивают за территорию. Просто я все потерял, смысла сейчас воевать нету. Мне нужно реально выйти, отдохнуть и вернуться. И убить этого шамана. Точнее, не убить. Его нельзя будет убить. Мне надо будет его допытать, узнать, откуда они берут семена. Он скажет, что это берется из утробы ломаш. И все. Потом идти и прорываться. Другого пути нет. Так, хоп. Так, изменить. Мне нужно все, что дает спас-бросок. Это прям очень крутая вещь. Да вы офигели! You are kidding me, да?
Серьезно? Вообще нападать не на кого больше. Давай. Ужасный звук такой. Все, у нас есть пас-бросок. Ее жалко, но что сделать? Сама виноват. А, еще 3000. И опыт будет закрыт. Я получу новый уровень. Правда, я не чувствую особой силы в этом. Что у вас тут? И? Некого, некого отправлять. Работаем. Как с ней справиться? Побежали. Да не бегут лентяи, а? Я сейчас просто смотрю, как бежит моя пати. Гениально. А ведь кто-то проходит здесь с одного раза, особо не парясь, не заморачиваясь. Добежал. Отлично. Так, сохраняем. И пробуем его напинать. А, вот здесь. Пардон. Так. Первым делом. Бафаемся. You can count on me. Esme, Axe, yes. Esme, Axe, yes. Inimosi Travisi. Ona Adayana. Ona Adayana. Ona Adayana. Aborone Sentes. Inimosi Travisi. I wrote it like I saw it. What's the hold up? I am yours to command.
Получи! Ететь колотить. Накидай ему смех. Кто это? Где шаман-то? Он призывает, что не могу. Так, что мы можем сделать? Увеличить. Так, ты. А где шаман-то? А вот шаман. Дай ему смех. Кости тряс. Слепоту. А черт, плохо дело. При вашем приближении шаман издает странный клекокт. Через мгновение он становится... Понятно, захлебывается кровью. Гоблин злорадно хохочет. Барон опоздал, воля лома, что сбылась. Цветению быть. Какая воля лома, что это она... Стоит за семенами чудовищ. Злобные красные глаза шамана сверкают горячим огнем. А кто еще? Цветочное семение само по воде приплывает. Мы пьем бум-бум. Дылды пьют бум-бум. Цветки цветут, великозверы лезут. Ломашту радуется, и я сразу знал, что должен делать. Вверх по реке искать великомать. Шаман судорожно втягивает воздух и продолжает слабеющим голосом. Находить утроба ломашта вверх по реке, дом великозверев, родильные семя. Оставил стражу, чтобы никто не залез, а сам назад поить верзил, больше зараза. Люда смерть сеть, все семена посадить, все успеть до... Цвет в глазах шаман начинает меркнуть. Не вздумай подохнуть прямо сейчас, тварь. Слова шамана звучат все тише. Мы, сыны лома, что мы ловили, поили семенами, готовили к сезону цветения. Все сразу. Бум-бум-бум. Шаман издает протяжный хрип и замирает, глядя прямо на вас. В потускневших глазах мелькает злая искра. Сезон цветения начался. Ты не остановишь нас. Оо! Зачем я этот фонарь, который вообще не использую? Иди. Так, собрать все.
Да нафига я все собрал? Есть горячий кореш, нет? Вообще, конечно, обидно. Оно дешево не стоит. Одна золотая, тут аптечка или еда стоит дороже. Быть воином вообще не выгодно. Я понимаю, если бы это оправдано, типа, 500. Я бы этим торговал. Но понимаешь, допустим, это не имело спроса, потому что у всех есть. Ух ты. Наделяет им холоду. А, стойте. Стой. Ловкость и выносливость. Ловкость и выносливость и сила. Блин, хорош, я даже не знаю. Мне, по идее, выносливость-то не особо нужна. А? Это урон силы, что ли? Зато ловкость 28. Нагрудник средний. Слабее. Значит-ка. Убийца дылд. А, копье убийца дылд плюс один. Прекрати вы гортанить. Эй, я сказал прекратить. А где я, чувак? Что это? Пусть будет. Че за бронька? Три. Ну, для вора хорошо, конечно, но кому она мне? Стоп, что? Да, это толк от меня не особо надо. Ну все, воля ломашту быть. Подня потом с ней по реке разбираться. Что, где? Ты что ли? Ух ты. Чуть такое. Блин, да не мое. Кукре. Надо бы покачать, чтобы обращаться с кукре. Было бы хорошо. Но прям вот не мне. Вот любому, но не мне. Это короткий, да, кукре легкая. Да, было бы хорошо его изучить. Ну вот, как-то так. Попробуем успеть. Всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока.